Сегодня я хотела бы обсудить с вами дело крайней важности. Разведка сообщает о существовании угрозы, с которой мы еще не сталкивались. Эта организация намеревается провести террористические акты по всему миру. Выбор целей случайен. Им плевать на возраст, конфессию или гражданство. Потенциальные человеческие потери и моральный ущерб невозможно оценить даже теоретически. Пока что мы не знаем ни сколько их, ни кто они. Поддержание мира — это наша цель и долг. Я немедленно возобновляю свою программу, а вас назначаю командующим всеми глобальными операциями. Завербуйте оперативников из лучших подразделений. Протоколами можете смело пренебречь. Мы станем щитом и спасем невинных от тех, кто намеревается причинить им вред. Где бы враг ни объявился, какие бы сюрпризы ни подготовил, команда Rainbow на шаг впереди.